Всем здравствуйте. У меня вот такой вот вопрос. Вы говорили, что с отцом нужно проработать, ну, 40 дней ему говорить «я тебя люблю», да? А что если вот с матерью? То есть, если, допустим, мать была учителем, была строгой, требовательной, била, и то есть, чтобы ее вот эту модель поведения, то есть воспитание, да, не отражать на своих детей. Потому что иногда бывает, вот живешь, да, то есть, и потом через время ты думаешь, блин, вот это все делала мама когда-то, то есть, и я, получается, отражаю вот это все ее мышление, поведение, воспитание на своих детях, и я понимаю, что это неправильно, но это как-то систематично выходит, а через время ты понимаешь, что ты копируешь полностью маму, которую не хочешь. Это самая плохая новость для вас. Сейчас смотрите. Особенно для женщин, ну и для мужчин, ты будешь точно такая же, как твоя мама. Почему? Что? Я вроде подготавливал, сейчас подожди. Сейчас, подождите. Ты будешь точно такая же, как твоя мама. Почему? Потому что воспитывать детей задача вообще бессмысленная. Для девочки со стороны папы нужна просто любовь, да? И социально ты будешь точно такая же, как мама. То есть то, как ведет себя, как работает мама, как она себя ведет с мужем, ну, с папой твоим, да? Ты будешь вести себя точно так же, как она. Для мальчика очень важна мама, как вот эта безусловная любовь, да? И чем мама больше любит сына, тем выше его самооценка. Но социальное поведение он должен брать с папы. И он будет точно таким же, как его отец. Нет. Но, смотрите, у нас очень жестко, у мальчиков есть отрицание отца, всегда практически, да, то есть он не такой, он недостаточно успешный, не такой жесткий, ну, короче. А у девочек есть отрицание матери сильное. И как бы ты ни отрицала маму, ты будешь точно такой же, как и мама. Как бы ты ни отрицал папу, ты будешь точно таким же, как твой отец. Но ты можешь быть лучшим проявлением своего отца в этом мире. Еще раз. Ты все равно будешь точно такая же или таким же. Но поведение, смотри, если не было рядом папы, да, или там нету, кого там не было? А если нету отца, мальчик у мальчика? Если нету отца, он будет, смотри, помнишь, я же говорил, мать-предиктор, да, то есть мать, она будет, как бы, да, два в одном, это безусловно, условная любовь со стороны матери будет идти, и мамино слово будет главным в семье, да, и мальчик тогда, он будет периодически истерить, да, видели истеричных мужчин, вот они, у них, блядь, истерика сразу, ну, это вот оттуда, это от мамы, скорее всего. Это вот, ну, это вот 80% это оттуда. И женщины видели такие, они, это от папы, блядь, точно. Он хотел мальчика. Вот это. А? Вот-вот. Он хотел мальчика, родилась ты, и он тебя воспитывал как пацана. И с собой на рыбалку, на охоту, пойдем в баню, не запускай, там, девочка не знаю. А, нельзя, да? Ну ладно, постоим там. То есть, это же... Смотрите, у всех у нас есть свои деформации и перекосы. У каждого. У меня тоже, да, ну, у меня перекосы, ну, точно я вам говорю, у меня очень страшные перекосы были с деньгами. Я так понимаю, у меня с отцом были отношения, ну, такие, потому что меня воспитывал, если честно, дед. Да, то есть, ну, мы жили в одном доме, но воспитанием занимался дед. И дед проявлялся для меня как единственный мужчина, ну, с которым нельзя было спорить. И я всегда, когда он меня надо мной издевался, мне казалось, ну и я сейчас думаю, что это было, ну, какое-то такое нечеловеческое, и я всегда думаю, почему папа не защищает, да, от деда, а папа не мог деду сказать, потому что это его отец, и все. И круг замкнулся, и на самом деле я очень сильно благодарен деду, потому что он привил мне дисциплину, он мне привил характер, это я сегодня понимаю, и точно он мне сказал, что если хочешь что-то узнать, иди учись. То есть те вещи, которые, ну вот,
базовые, да. И он мне говорил, мужчина должен плавать, он мне на плавание. Мужчина должен уметь на коньках кататься, потому что когда ты в хоккей играть будешь? Когда ты всю жизнь в хоккей мечтал просто. То есть, и я умею кататься более-менее на коньках, я плаваю хорошо, я учиться умею и люблю, и у меня есть ту дисциплина, как я сегодня понимаю, и это дед. Понимаешь, но на отца были обиды, и из-за этого, из-за того, что у меня было к отцу, мне кажется, были претензии, у меня не было тупо денег.